Всем привет! Сегодня будем разрисовывать кувшинчики. Два я вот уже сделала. Сделала я на них и видео, конечно, но вот по глупости я стерла это видео, не опубликовав. Ну, собственно, здесь можно просто рассказать. Вот здесь... Так, стоять. Здесь просто полосочками сделала разноцветными. Просто сплошным потоком этих точек. И уже сверху поставила крупные точки. Все. Ручка вот. Вот. А этот я сделала просто одним цветом, золотым. Сделала я вот такой краской. Вот таким контуром. Фигня фигнёю. Если женщина, которая начнет только-только точковать, пожалуйста, не берите никакие, кроме вот этих вот. Вот надо хорошо научиться вот на таких, где тюбик. С тюбика хорошо, во-первых, выдавливается. Во-вторых, здесь краска однородная, ровная. Точки ставятся ровненькие. А здесь вот тоненький кончик. Здесь, во-первых, и толстая, и краска то жидкая, то густая, то какими-то комками идет. Выдавливать, это чтобы ее выдавить, нужно немножко с, вот, рукой-то неудобно. Здесь надавила, и все, и так и осталось. И идет, и идет. Ну, то есть, вот в таких тюбиках, можно брать в таких тюбиках, только ставить, например, какую-то одну точку. Типа вот Перла Мудра продается. Какую-то одну большую точку вот поставить, вот тогда эти тюбики применять. А чтобы вот так сплошным рисовать, это очень сложно. Я вот, вот этот кувшинчик делала, сложила все ругательства. Очень плохая краска. Надо вот в тюбиках, Таир, вот идея. Таир, конечно, в полтора раза дешевле стоит, но качество я не считаю, что оно хуже. Или такое брать. Ну, вот, наш Таир, мне кажется, вот он по всем параметрам подходит. И по цене, и по качеству, и приобрести его можно во всех наших магазинах. Ну вот, значит, вот таких я сделала два кувшинчика. Здесь я делала просто так, как шла рука. Мое любимое выражение, как рука пойдет. Тыкала, тыкала, да еще контур никак не рисовал. Но все равно, ну, получился вот такой кувшинчик. Кстати, смотрится хорошо. Стоит и ничего. Вот сегодня будем продолжать. Вот у меня следующие. Уже загрунтованные разной краской. Вот зелененькие. Жидкая у меня краска уже старенькая, жидкая. Но ничего страшного нету. Ничего. Это грунт. Это мы делаем грунт, чтобы на него хорошо ложилась капля от контура. Вот для этого она соединяется с краской, ну, с грунтовкой, и очень крепко держится. Она потом превращается как камень, эта точка. А здесь все это будет заточковано, и то, что грунтовка неровно легла, это ничего страшного в этом нету. Ничего. Тут важно, чтобы сама краска здесь была. Все. Потом посмотрите, что кувшинчик будет все равно красивый. Сегодня вот этот сделаем, фиолетовый. У меня светло-фиолетовый, вот, темно-фиолетовый. Кстати, на камере смотрю синий, пока нет, это фиолетовый, вот, как этот, только потемнее. Здесь я от руки карандашом своим любимым нарисовала, вот карандаш, который рисует по стеклу. Вот, набросала контуры, вот их сейчас поточкуем.